весь отряд. Хорошая погода, солнечно, возле моря. Немножко прохладно, у нас Олеся мерзнет, она из теплых краев, короче, из Ставропольского края. Она мерзнет, она вообще-то классно, но она возле моря только мерзнет. Ой, ну лайнеры всегда вызывают восхищение. Такие же большие, как и наши. А улочки практически все вот такие узенькие совсем. Леся решила купить магнитики. Она уже выбрала. I'm sorry. Yes, please. Hello, hello. Сколько стоит? 3 евро. 3 евро? Нет. На 200 рублей ему здесь. Мне вот эти нравятся еще. Красивые. Прям вот это вот интересно, вообще статуи все. Все рассчиталось. Немножко прогулялись, прошлись. Интересный город. Сели передохнуть. Передохнуть сели. Интересные на балконах такие защиты в некоторых квартирах от солнца. Мы так подумали, что это от солнца. И на многих верхних этажах какие-то не то пальмы, не то деревья растут. Мы вернулись к нашему лайнеру. Саш, ну ты вечно мне испортишь ролик. Олеся тут тоже живая. Абсолютно. Правда, ножки немножко побаливают. Нагулялись, находились, нафоткались. Город посмотрели. Ага. Вот где машины стоят, оттуда можно. Кто первый по этому полу идти? Я. Один а прошел. Раньше пошла хитро. Потом пошла по стеклу. Давай, Саш, иди. Все? И я иду. Что-то как-то не очень приятно. Подожди!